Анна Грачевская привыкла эпатировать публику смелыми нарядами. Она нередко выбирает полупрозрачные платья, которые демонстрируют соблазнительные формы. Женщина не скрывает, что к ее красоте причастны пластические хирурги. 3 года назад звезда увеличила ягодицы при помощи имплантов и собственной жировой ткани. Сейчас Грачевская старается достичь идеала собственными силами. Она увлекается спортом и тщательно следит за питанием. Недавно она показала, каких результатов добилась благодаря длительной работе над своим телом. Телеведущая опубликовала снимок, на котором позирует топлес у зеркала. Единственное, что прикрывало обнаженную грудь звезды, смайлик в форме сердца к лету и отпуску готова. Теперь работаю над рельефом, подписала пикантные фото Анна. Грачевская следит за фигурой фото. Инстаграм-поклонники восхитились стройностью Грачевской в комментариях. В здоровом теле здоровый дух. Красота телесных форм всегда совпадает с понятием о здоровой силе, деятельной жизненной энергии. Зожники рулят, поддержали фанаты. Помимо занятий в тренажерном зале, Анна не забывает и о косметологических процедурах. Так, с последствиями новогодних праздников она боролась криолиполизом, методом, при котором на целлюлитные складки воздействуют низкими температурами. Телеведущая часто посещает спа-салоны и делает различные обертывания. Супруги вместе почти 3 года. Фото Lidgen Media. В прошлом году Грачевская прошла 21-дневную программу оздоровления и похудения в Таиланде. Все это время женщина занималась йогой, акваэробикой, медитацией, питалась только полезной пищей. Я чувствую, что отдыхаю, заряжаюсь энергией. Многие селебрити выбирают это место. Оля Бузова не так давно останавливалась недалеко отсюда. Здесь пока не так много туристов, можно сказать, дикое место. Но для меня самое главное, что есть программа, благодаря которой я стану стройнее. Это главная задача, говорила телеведущая. Напомним, что Анна была замужем за худруком детского киножурнала «Ералаш». В браке с 70-летним Борисом Грачевским телезвезда родила дочь Василису. Ее вторым избранником стал 39-летний баскетболист Артем Кузякин. Мужчина оказался щедрым и романтичным женихом. Вместо привычных подарков он преподнес будущей супруге остров в Малайзии за 3 миллиона рублей. Класс пост 661 950 подписчиков.